начала отмечать Масленицу, для оздоровительного центра «Дельфин» уже стало традицией. Из года в год и в Видновском бассейне, и на развилке организовываются праздничные представления, игры и народные забавы. Скучать некогда. Это смех, это радость. У ребят смех, радость и огромное-огромное удовольствие. Несмотря на достаточно прохладную погоду и снег, у гостей не было возможности замерзнуть. Подвижные конкурсы, горячий чай и блины, которых было вдоволь. На воде, на кефире, на молоке. Рецептов приготовления самого главного атрибута масленицы – масса. И самыми главными дегустаторами их стали, конечно же, дети. А что ты любишь масленицу? Я люблю ее за то, что это день, ну, он-то очень теплый, можно встретить весну. А блины любишь? Обожаю! Люблю блины, которые мягкие такие, вкусные. А с какими начинками? Не, я простые блины ем. Весело, классно, блины можно поесть, чай попить. Поедание блинов не единственная забава, которая была у гостей праздника. Сотрудники «Дельфина» подготовили для детей и взрослых массу конкурсов и театрализованное представление с яркими костюмами, фольклорными песнями и танцами. Я злая зима в образе, да, которая очень злая, синяя, потом стану доброй. Превратитесь в весну? Нет, я превращусь в добрую зиму. Которая с удовольствием сдаст свои позиции весне. Да, которая передаст свои правления весне. И вот зима, не выдержав натисков разгоряченных ребятишек, отдает права правления теплой и светлой весне. И по традиции, чтобы окончательно отпустить все зимние невзгоды, войти в весну с неким очищением, гости все дружно принялись сжигать чучело масленицы. И в пламени соломенной красавицы сгорели все беды и несчастья, накопленные за год. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.